Здравствуйте, меня зовут Юрий Анатольевич, я преподаю изокружок «Радуга». Сегодня мы будем заниматься такой техникой, как монотипия. Эта техника – рисунок гуашью на стекле. Берем гуашевые краски, листок бумаги, вода. И на стекле, а не на бумаге, будем рисовать самое элементарное. Допустим, яблочко. Рисуем на стекле. Стекло можно заменить так же, как пластик. Пластиком. Берите краски погуще. С одной стороны яблочко будет освещено светом, с другой стороны оно будет более красноватое или оранжевый цвет. Плавный переходик делаем. В середине яблока делаем углубленце. Углубление. Можно также сделать листочек. Листочек, который с одной стороны освещен, опять же, солнышком. Серединку можно сделать потемнее, вот здесь. И сделать еще более тень. Потемнее тень вот здесь сделать. Также можно сделать сразу веточку. Яблочко. Здесь блячок освещения. Здесь можно оранжевого чуть побольше сделать. И пока не высохло на стекле рисунок, мы переворачиваем с вами, накладываем, прижимаем листочек бумажки. И потом переворачиваем. Недостающий можно закрыть красочкой. Чуть-чуть. Также можно дописать или уточнить само по себе листочек. Также можно сделать тень, если хотите, голубенькую тень. Все.